Посол США по особым поручениям в связи с религиозными свободами Дэвид Саперштейн призвал Китай освободить адвоката Джана Кая, его помощника, а также лидеров христианских общин, которые были задержаны правоохранительными органами в прошлом месяце. Известный юрист и правозащитник Джан Кай давал консультации христианским общинам провинции Чжицянь, столкнувшимся с требованиями властей о сносе храмов или демонтаже крестов. Адвокат настаивал на том, что эти требования неконституционны и нарушают свободу вероисповедания. Он бесследно пропал 25 августа после одной из встреч. Также стало известно о задержании целого ряда пасторов и лидеров христианских общин. Посол США призвал освободить около десятка заключенных, которые были задержаны за последние недели. Он также напомнил о предстоящем визите лидера КНР Си Цзиньпина в США.